Немецкая форма для нас, родившихся в мирное время, выглядит непривычно и угрожающе. Малая бухта сегодня огласилась залпами орудий и выстрелами. Немецкие солдаты застигнуты врасплох, не сомневались в своем превосходстве, заняли оборону и отстреливались. Примерно так краснофлотцы из отряда Калинина высадились в ночь на 1 мая более 70 лет назад. Школьники, студенты, анапчане, гости города воочию увидели, как бесстрашно погибали в бою за советскую родину отважные моряки-десантники. Люди просто должны знать, как это все происходило в реале. Поэтому плюс-минус достоверность воссоздали. Весь отряд героически погиб. Последним ушел из жизни капитан Дмитрий Семенович Калинин. Взорвал себя вместе с подступавшими врагами последней гранатой. Первый раз я видел только в Анапе, чтобы реконструкция была. Но впечатлило. Впечатлило за дело, за живое. Имена участников легендарного десанта зачитали под аплодисменты многочисленных зрителей, пришедших, несмотря на дождливую погоду. Небывалый размах реконструкции впечатлил всех пришедших. История ожила перед глазами. Действо заставило еще раз задуматься, как тяжело давалась победа. Оттого предстоящий праздник будет еще более радостным и еще более печальным.